сім'я, най-най-най, ось така сім'я. Батьківські поради. Чи зустрічали ви ситуації, коли дитина приходить на майданчик і намагається збирати біля себе майже всі іграшки, свої та інших діток, не бажаючи ділитися? Або інший випадок, коли дитина не дає нікому гратися у її іграшки і не розуміє, чому не діляться із ним? Як не виховати в дитині жадібність і навчити її комунікації? Я думаю, что до 3 лет это действительно правда, потому что дети еще не понимают, что это его или не его. У них это чувство собственности есть. Все-таки это не считают, что это все мое. Мое, вот не хотят они этим делиться. Особенно, если это касается игрушек или чего-то ценного для них. Мне кажется, игрушки это как друзья для них. Поэтому, если ее отдаст кому-то, поделится этой игрушкой, мне кажется, частичку себя отдаст. А через 3 года уже начинает формироваться у них уже что-то твое, мое. Уже они понимают, что это твое, а это мое. Ну, до 3 лет, мне кажется, дети просто не понимают, где свое, где чужое. И просто, просто берут, потому что им надо это. А вот после 3 вот как-то уже появляется такое чувство, вот это мое, это чужое. Я ей объясняю постоянно, что это нельзя брать, потому что это чужое. Нужно спросить для начала. А когда все приходят на площадку, выносят все свои игрушки, естественно, каждому нужно что-то вот взять свое. Но обычно мы пытаемся так, чтобы дети менялись между собой, если кто-то у кого-то хочет что-то взять. А так я никогда не заставляю ребенка делиться с кем-то, если она не хочет этого. Вот мы выходим, наблюдаю картину, абсолютно разные дети сейчас во дворе. Девочки – это девочки, мальчики – это мальчики. Они совершенно разные. У меня ребенок на данный момент, он не жадный. Он делится с игрушками, он там выставляет, допустим, машинки, ряд машинок. И начинает играться, подходит какой-то другой ребенок, и он заинтересован его машинкой, и начинает тянуть без спроса, то есть он, не спрашивая разрешения, берет, он на него смотрит, я наблюдаю просто реакцию на данный момент, и получается, что он смотрит мой взгляд и говорит: «Чего, пусть берет». Вот так вот начинается. Но до этого был такой момент, что он дает игрушку свою и говорит: «Мам, он же мне вернет». То есть он еще не понимал, что его игрушку в любом случае ребенок вернет. Ситуацию надо моделировать. То есть ты сейчас играешься ведерком, а пока ты играешься ведерком, пусть он поиграется с совочком, например. А потом, когда тебе станет неинтересно играться ведерком, ты можешь дать ведерко ему и взять там этот совочек. То есть языком логики, но логики детской, опять же, адаптированной к его психике, ту, которую он может услышать. А если вы начнете назидательно читать морали, он не понимает. Ребенок вообще находится вне морали, чтобы вы понимали. Морали возникают у нас тогда, когда присутствует ограничение. Вот чувство вины рождается. То есть, когда мы ставим ограничения, дети нарушают эти ограничения, вот тогда он сталкивается с чувством вины. До этого ребенок – это существо без морали. Я так вам скажу. То есть, в нем нет чувство ответственности, чувство вины. Это все приобретенные характеристики в будущем. Обычно это происходит именно на детской площадке, потому что там все дети выходят, все выносят свои игрушки. И бывает, игрушка лежит, она никому не нужна, но только кто-то подходит, берет, все, начинается просто, у всех какие-то истерики, все хотят именно эту игрушку. И вообще никак не работает больше ничего. Я не знаю, как в таких ситуациях быть. Обычно пытаются как-то чем-то другим отвлечь. Например, у нас тортик мы кушаем. Допустим, он съел очень вкусно свой кусочек тортика, так как у него не сильно большой кусочек на его возраст. Мы сидим с мужем, общаемся, спокойно кушаем. Он видит, что у него в тарелке нет, но у мамы-то еще тортик остался.
Он подходит аккуратно, говорит: мам, ну можно твой кусочек? Ну можно, я чуть-чуть попробую. Но слово «попробую» у него был точно такой. На что я отвечаю: Сашенька, конечно, я с тобой поделюсь. Но давай, одну ложечку тебе, все остальное я доем, потому что ты только что скушал. Я делюсь, ну, как бы в силу того, что ему много нельзя. И у нас потом, что у нас самое любимое занятие в садике – это раздавать конфеты, когда мама или кто-либо забирает его с садика. Это: мам, ну ты что-то принесешь, или там бабушку просит. Вот приносят ему печеньки или конфеты в обложке. И он заходит, и каждому, кто остался в группе, он раздает, а воспитателям по две. Вот это вот мне очень нравится, что он просит принести, чтобы я угостил всех своих друзей. Мне это очень нравится. Я считаю, что главное для детей все-таки своим примером показывать, что как нужно вести себя, как воспитывать у ребенка такие качества хорошие, как делиться, угощаться. Смотрите, хороша ложка к обеду. Вспомнила пример, опять же, с историей своего собственного сына. Мы не могли его от соски отучить долго. И моя мама ему говорит, значит, о том, что давай, маленькая девочка, она тоже очень хочет твою соску. А он: нет, я не отдам свою соску. А потом спустя какое-то время, прошло там месяца два или три, мама опять ему говорит: ну слушай, ну эта девочка так плачет, у нее так зубки режутся, у тебя же уже выросли, ну ей плохо. Ну, она нашла правильные слова, и он говорит: ну ладно, только она немного, там, дня на два. Ну, у ребенка же континуум временной, он смещен, у него нет понимания, день, два, три. Проходит два дня, он маму спрашивает о том, что, а можно уже вернуть мою соску? Мама говорит: ну, еще не прошло это время, пусть она еще чуть-чуть пососет. Ну, в конце концов, тебе же не трудно, ты же можешь тут выдерживать без нее. Он говорит: ну да, могу. Ну и все. И вот выдерживает уже 20 с лишним лет. Я считаю, что ребенка не нужно заставлять делиться игрушкой, если он этого не хочет. Потому что это, в принципе, такая же вещь, ну, очень-очень ценная, очень важная для него, как нам, не знаю, для нас телефон мобильный или там машина своя. То есть мы же не дадим так кому-то покататься просто так на машине или телефон поклацать, потому что это личная вещь. Так вот для ребенка даже какая-то, ну, дешевая какая-то дешевая игрушка, это для нее просто, ну, не знаю, просто весь мир на данный момент, например. И не обзывать, конечно же, жадиной, потому что, ну, это, не знаю, это неправильно. Ну и если у нее чья-то игрушка чужая, я всегда ей говорю, что это чужая игрушка, и нужно ее вернуть, потому что, ну, ты же тоже своими игрушками не очень-то любишь делиться. Ну, как-то, ну, не знаю, объясняю все время. У нас такие правила есть. Мы всегда, когда идем на прогулку, мы всегда берем с собой или какие-то печеньки, чтобы поделиться с друзьями. У нас такое всегда есть. Что хорошо, что плохо, мы всегда поощряем. Если ребенок что-то сделал, мы всегда либо поаплодируем ему, похвалим обязательно, чтобы он понимал, что это хорошо. Если он попросили у него игрушку, кто-то из друзей на площадке, ребята, а он не хочет отдавать, мы скажем, что, ну, не хочешь, поиграй ты, потом отдашь мальчику, когда наиграешься, дашь там мальчику или девочке поиграться тоже. Ну, мой самый первый совет, как не воспитать в ребенке жадность, это общение с ребенком. Я бы поставила это, на мой взгляд, на первое место, так как ничто не может заменить любовь и общение родителей. Ну, наверное, еще играть в игры, ну, в том плане, что мы можем поиграть в разные игры, я тебе свое что-то даю, делюсь, а можешь ты мне дать что-то и поделиться, я поиграюсь, давай договоримся на какое-то время, давай на 5 минут мы поменяемся игрушками или чем-то, потом вернем это обратно. А мы даже на улице, вот когда он что-то не хотел давать, а ребенок помладше говорит: ну, пожалуйста, Сашенька, ну дай ему поиграться. Щоб навчити дитинку будь-чому, розмовляйте із нею спокійно і терпляче, пояснюйте про те, як чомусь навчитись і які наслідки можуть бути від тих чи інших дій. А головне – на власному прикладі показувати дитині, як себе поводити. Адже наші діти – це наші маленькі копії.
Мария.